Всем привет! Сделала вот фарш на котлеты. Чуть на видео он смотрится краснее почему-то. Так, ну ладно. Ну вот обычный фарш. Говядина, свинина один к одному, как обычно. Соль, перец черный молотый. Лук. Лука, правда, я много кладу. И больших головки. Вот сегодня 6 маленьких положила. Бывает, что я кладу хлеб или батон в воде, ну, размачиваю, вот, и кладу фарш. Сегодня нет, сегодня положила картошку. Вот, 3 маленькие картофелины тоже перекрутила. Это все перекручиваю через мясорубку и лук, и картошку. И сегодня еще положила, добавила, сколько у меня там получилось, на ложке 4 столовых, 4 или 5. Я так вот высыпала просто из пакетика. Такая вот, сейчас покажу, такая вот мука кукурузная. Вот маленькая пачка. Увидела во влоге у блогерши Марины Морской. Может, кто-нибудь из вас смотрит Морскую Марину. Там у нее готовила котлеты. Добавляла кукурузную муку. Вот, и я тоже решила добавить. Без хлеба. Хлеб я не ложила. Вот, обваляла в сухарях панировочных котлетки. Согрела сковородку. И жарится теперь на медленном огне. Сейчас крышкой закрою. Кстати, панировочные сухари. Тут мешочек. Сейчас достану в кастрюльку. Вот такие вот. Моя цена. Магнитовские сухари, моя цена. Такие вот хорошие, мне понравились. Вкусные. Бывают просто соленые. Получается, что и фарш солишь, и панировочные сухари соленые. И не то. А это прям хорошие. Вкусненькие, как будто свежего хлеба. Вот, котлетки пожарились. И вот еще положу в морозилку. Вот так вот в разрезе выглядит котлетка. Я уже попробовала. Она вообще бесподобная. Вкуснятина. У нас на участке уже клубники много. Мы уже, кажется, наедаемся ею. Что остается, уже стоит в холодильнике. Вот я решила. Ну, там уже заморозила немножко, просто целиком. И решила вот немножко так сделать. Подавила и с сахаром. Сахар добавила и смешала. Вот, и сейчас вот в такую вот формочку. Бутылку отрезала просто. Вот сюда это все вылью, положу. И заверну, поставлю эту чехлашку в полиэтиленовый пакетик и все. Так вот закрою в морозилку. Зимой достанем, и вкусненько будет, витаминчики. Ну, лучше, конечно... А, у меня еще, кстати, есть вот... Тут я оставляла на всякий случай вот такую вот. В такую вот баночку можно сразу с крышкой, с подмороженным. Такое вот у нас мороженое продается. Сампо. Ягодный морс, кстати, вкусный этот мороженое. На набережной. Ой, мне ногти надо делать уже вообще. Кошмар. Надо переделывать. Вот такие дела. Вот решила я все-таки вот это вот использовать. Вот, вылила сюда. И сейчас поставлю такой мешочек. Угу. Сын там смотрит познавательные передачи и приходит и мне пересказывает. Так вот. Ну вот как-то так вот заморожу. Потом можно будет так вот достать, отрезать и прям в тарелочку это все перевернуть. Вот, а это в следующий раз использую. Надеюсь, еще не одну чеплашечку такую заморожу. Вот еще решила заморозить листья щавеля. Я их помыла, сложила вот так вот в пакетик. Вот так вот. Воздух весь выпустила. Получается вот такой вот плоский пакет. Он сделала, знаете что? Никто не догадается. Не пончики, и ничего это не съедобное. А это отрава от тараканов. Взяла пакетик борной кислоты в порошке.
сахар, чайную ложечку, муки, водички. Все это смешала. Сделала такое вот тесто. И получилось у меня 7 таких шариков. Вчера таракана увидела. Шкафчик открываю. Вот. А смотрю, по задней стенке таракан прям ползет. Вообще 100 лет тараканов не было. Ну вот как-то вот летом, что я заметила, да, вот прошлым летом, мне кажется, было. Был тоже вот так вот пробежал. Один, второй заметила. А это вот один таракан. И сразу я вот сделала такие вот шарики, разложу и все, чтобы не было тараканов таких захожих. Тут у нас от соседей, с соседнего подъезда, то одних тараканы. Как, ну, у них мама живет в общежитии и, конечно же, периодически приезжает к ним с ночевкой. Все, и, видимо, где-то с вещами привозят. Потому что вот они жаловались, что у них полно тараканов. Вот сейчас вот разложу в шкафчике. Хотя можно было, наверное, даже вот один шарик такой. Наверное, один шарик положу. Если где-то еще в другом месте замечу, то и эти разложу. Пока куда-нибудь уберу в какую-нибудь коробочку. Вот так вот.